Привет, друзья! Сегодня 8 июля, 18 год. Поздравляем всех наших зрителей с Днем Семьи, как он там называется, любви и верности. Короче, с нашим семейным праздником, не со Святым Валентином. Ну что, друзья, ура-ура! Мы себе сделали подарок ко Дню Семьи. Мы нашли теплое море, которое без водорослей, и заходить в которое очень быстро и приятно, по песочку, с ракушечками. Буквально 5 метров, и ты поплыл. Ну а дальше не идет большая глубина, можно плыть 20 метров и 50, и будет немногим повыше головы. Это место называется Станица Голубицкая. Станица Голубицкая находится на Азовском море. Азовское море спасло нас. Вчера мы были в Крыму, купались под Феодосией. Ой, вернее, не купались, были на пляже, но удалось нам только позагорать. Потому что, друзья, вода была чистая, прозрачная, но холоднющая. Ну вот реально холоднющая. Может быть, 15 градусов. Вот Азовское море в Голубицкой. Нет водорослей. Вода мутноватая, но теплая, приятная. И купаться замечательно. Небольшое волнение, ветерок. Облачка появились. Это хорошо. Потому что сейчас полдень и очень жарко. Мы спасаемся под зонтиком. Народу сами видите сколько. И изрядное количество. И на берегу, и в море. В Анапе мало того, что холодная вода. Сейчас Черное море все холодное. У нас данные от Туапсе до Крыма. Везде холоднющее. Может быть, и в Сочи холодное, не спрашивали вот несколько дней. Так в Анапе, кроме того, что холодное, там еще и эта тина. Так называемая комка. Просто ужас, что творится этим летом. Необычно много комки. Необычно. Мы живем в Анапе 5-е лето. Первый раз такое, что, ну, реально притомило. С мая месяца не уходит. Перемещается с одного пляжа на другой. А здесь, пожалуйста, тепло. Песочек. Масса всяких развлечений для детей и взрослых, масса еды, а главное море. Лентяи, ленивые голубцы. Папа, не надо! Какой ихтиандр. Все, я ухожу от вас. О чем вата?
Что? Вкусное? А сладкое наверняка. Вот, смотрите, и батуты, и горки с бассейном, и даже машинки. Чтобы вот так прямо у воды было в Анапе такое количество машинок и развлечений для детей. Даже не припомню такого. И плавающие батуты. Катера, которые таскают. Ну, обычный набор. Парашюты летают и садятся прямо на нас. Мы нынче выбрали место попустее. Оказалось, что это место взлет и посадка парашютов. Как дыня? Очень сладкая. Сладкая. Почем она? Люди спрашивали, сколько это. Это мы купили вчера по дороге из Крыма. Уже у нас на кубанской земле, да, где-то в Темрюке, где-то на Тамане. На Тамане где-то, не в Темрюке. Старокитеров. Угу. А, по 50 рублей, по 60 и по 70 была дыня. Мы выбрали ту, которая пахнет, ароматная. Она была недорогая, по 50 рублей. И что, сладкая, да? Хорошо. Ася, у тебя новый матрас, да? Да. Я пойду плавать. Хорошо, посиди немножко в тенечке. Сейчас пойдем плавать. С матрасом пойдем. Новый матрас. Народу от края до края очень много. Всем хватает места, все довольны. Так что вот, пожалуйста, Голубицкая, наверное, главный курорт Тамани, Азовское море. Вон корабли стоят на рейде, танкеры, наверное. Далеко, вряд ли они загрязняют море, но вода здесь всегда, вот как бы она отличается от черного, не такая соленая и не такая прозрачная. Коричневатая, зеленоватая такая, больше похожая на воду в озере. Ну, купаться здорово. Вообще великолепный курорт. Я не знаю, но как я вижу, километров, ну, больше трех, наверное, 5 километров точно пляжа такого мелкого ракушника, песка. Да. Он такой жестковатый. Чуть дальше сразу начинается, ну, как бы земля, да? Вот отойти отсюда 10 метров. И начинается тот же песок, поросший травой. Зрелище неприглядное. Туристы, конечно, не все заботятся убирать за собой. Поэтому здесь и пакеты, и прочий мусор. Но, если смотреть на море с полоски чистого песка, то все замечательно. Всем хорошего отдыха. Смотрите нас. Мы стараемся делать обзор объективный. Всех пляжей, морей. Смотрите, да, третий день. Мы на третьем море. Сегодня на Азовском, вчера в Крыму, в Феодосии на Черном, позавчера в Анапе. Совсем другое Черное море, но оно совсем другое. И больше всего пока понравилось на Азовском. Залетают и садятся парашюты. Очередной запуск парашюта. Полетели девчонки. 2500 рублей один человек, 3000 вдвоем. Это цены станицы Голубицкой. Вам будет выгодно здесь отдыхать. Ну и вот теперь вы видите, зачем нам нужен арбуз Арташеса? Для того, чтобы его есть на любом море. Сегодня это Азовское. Молодцы! Азовское море сегодня. Температура воды 25 градусов. Понаехали.